После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкции внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артем. Вы там осторожнее только. Ладно. Ну, кажется, все. Удачи, ребята. Первым делом ищи химию. Спирит, удобрения и тому подобное. Потом балды-гайки и вообще железяки всякие. Из этого набора можно что хочешь на коленке сделать. В общем, разберешься. Инструкции внутри. Ну, а насчет где искать? Я вон в Москве в логовых носачей много чего находил. Они же как загрызут кого, щенкам своим частенько тащат.
Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Деды какие-то. Осторожно там. Помните, большая часть страны или уничтожена врагом, или оккупирована. Даже те, кто говорят по-нашему, возможно, не наши, порабощены врагом или служат ему. Ясно? Слышишь колокол? Вот мы на них, небось, страху навели. Хотя, может, конечно, это рабы их. Или еще что. Спускаемся. Здорово. Слышал? Проверишь, что там? Застрял. Выходи. Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше не найти. Идем туда. Thank you.
Артём, давай рядом держаться. Не отходи далеко. Thank you.
Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Удачи. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Мир тебе, добрый человек.
Святой отец Силанти как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Только не доставай. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Ну, добро пожаловать. Держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась ягод-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очень. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходите. Похоже, показалось таки, но не больно и хотелось. Ну что, где тут еретик этот? На лодке пришел. Ну что, братья, нашли еретика? А потом что? Да вот вроде тут было, нет, потом вроде батюшка. Только на лукавый его лошадь. Лучше ищите. Тут он, дети мои. Я знаю, что отец Силантий. Говори прежде. Будто под землю провалился. Ясно. Ладно, бог с тобой. Пойду дальше искать. Не видел ничего, а туда же. Лопух. Секунду.
усидьбы, что ли? А выходи, нечистый отпрыск сатаны! Выходи, не смущай более малых с них! Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Приходите! Убили вас, атаки! Чего убили? Вон он, богохульник! На лестнице! Найдем проклятого язычника, братья! Эх, бесполезное дело, караулы эти. Лучше бы на дело какое отправили. Да за лесом тем же. Хотя нет. Что это там? Слышал сейчас? Не разобрал, но либо тебе что-то было. А? Что такое? Непонятно. Вот мерещится нечисть всякая. Это чудится всякое. Не видно ничего. Исповедаться надо. Пойдем поближе. Сатанинское отродье, или хуже будет? Покайся в грехах, и тебе это зачтется на последнем суде. Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Должно быть, правда? Свят, свят! Братья, тут покойник! Тревога! Молись своему сатане перед смертью, юридик поганый! Еретик думает, что спрятался, братья. Докажем же, что все сатанинские убеждения не смогут укрыть его от света истинной веры. Пес без боты. Прячется где-то гадина. На лестнице что-то такое подозрительное. Пес без боты. Прячется где-то гадина. Братья, без боты рядом. Нужно найти его и покарать. Yeah!
Хабанецка. Принесла нелегкая на наши жены. Дурачок поганый! Нашли верного братья! Вон на лестнице. Наших ведь не должно быть, правда? Ну, собака, только слышимся! Понятно, караульным и можно бы, да смотреть все равно косо будут. Да. Выходи, сатанинское отродье, или хуже будет? Покайся в грехах, и тебе это зачтется на последнем... Артем, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Совсем... Заплата на заплате, хоть бы кто заметил. Вот награда за службу вере истинной. Ох, рыба, укрепи мою веру.
Опасный ветер! Только высунься! Нашли неверного, ну, братья! Собака! Только высунься! Пока нет! Что ну, прислужник сатаны, только покажись! Береги рыбу от небрежения долгом вольного или невольного. Сейчас я еретика этого представлю на суд Божий. Сейчас. Выходи, сатанинское отродье, или хуже будет. Покайся в грехах, и тебе это зачтется на последнем суде. Да тут, пожалуй, напьешься. В отступники запишут, ахнуть не успеешь. Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию. Буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Вот, собака! Ах ты, сила нечистая!
Вижу еретика! Я там этого нечистого заметил в проходе! Ничего, всего один безбожник, всего один, подумаешь? Вознеси хвалу Господу и прими наказание за грехи свои несчетные.
своего сатане перед смертью, еретик поганый! Пес безбожный, прячется где-то гадина. Ну что, братья, еретик здесь. Осталось его только найти. Сейчас я этого еретика покараю за безбожие. Главное, спокойно. Еретик прячется где-то здесь. Найдите его, братья, и отпустите ему грехи. Вот он, еретик! Ну что, братья, еретик здесь. Осталось его только найти. Эй, еретик, лучше сам выходи. Иди так. Ну, пускай погиб. Эй, про тебя говорят, что дьяволу поклоняешься. Правда? Меня научишь?
я стал бы учеником. Я бы прилежным учеником был бы. Научи меня! Найдем еретика, братья, пока он не скрылся. Еретик прячется где-то здесь. Найдите его, братья, и отпустите ему грехи. Эй, еретик! Лучше сам выходи! Не таких заходили! Стой! Скоро мы тебя, еретик проклятый, очистим от греха! Ибо сказано в Писании, что прощать мы должны врагов наших. Я сдаюсь! Только не стреляй! Ибо сказано в Писании, что прощать мы должны врагов наших. Сдаюсь я! На твою милость полагаюсь, хоть ты еретик ты. Опа. Паче остальных защити и сохрани святого старца Силантия, пастыря малых сил, на него одного заступника нашего перед гневом Господним умоваю.
Все церкви, предоставляющие души праведников, чертоги хлебные. Что без крови уйти не вышло. Теперь они еще сильнее нас возненавидят. Ладно. Артем, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Сверься с картой. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще доплыть, чем пешком. Артём! Сюда! Что было? Кит? Ух и здоровый сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, без крайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой и смотрел. С оккупантами, я так понял, ты по-тихому управился. Молитвами и крестным знаменем? Аня уже рассказала про сектантов. А может, поменяемся с тобой, а? А то я так и вернусь в Москву, не сделав ни одного выстрела. Я девчонку там у барыги одного отбить пытался. Да где там? Почему, если веселуха какая-нибудь, так всегда другим? Вот Мельник на тебя гонит, а все самые горячие дела тебе. Хрен знает, любит так или сосвету сжить хочет. Вообще, конечно, это нечестно. Выдернули меня из Москвы, и что? Сначала уголь в топку кидай, теперь в болоте сиди и в бинокль гляди. Хотя тут есть возможности сувениров домой привезти. Глянь-ка, там самолет валяется. Мне только оставь там чего на память, а то мне тут сидеть еще. Креветки еще достают эти... Договориться бы с самым этим, чтобы слопал их. Как там Маугли с животными говорил, а? У нас, кстати, с тобой группа крови одна и та же, ты замечал? Братья по крови типа. Ладно, тебе двигать надо, наверное, да? Чую, как твой тесть на нас свой бинокль наводит. Сейчас будет оспепелять взглядом.
А вот и Артём. Вернулся из бездны оккупации НАТО. А то нам князь тут таких ужасов понарассказывал. Идем, тут как раз папа с Катей разговаривает.